О, привет. Думаю, что здесь делаю. Я пытаюсь что-то скрафтить, ибо я ведь не персонаж из Майнкрафта. Я вообще из другой, мать его, игры. И надо, думаю, идти куда-нибудь. Уже безопасно более место. Они когда-нибудь вообще на Б пойдут? Да хватит! В межбуське подойти во время этого уже. Я буду за стенкой стоять. Я буду за стенкой стоять лучше. Я думаю, я стреляю. Я думаю, я стреляю в проход. Ну нет, ты стрелял назад. Ты вообще пострелял в землю. А Боутус, блин, а. Да чертов ты! Зачем ты прыгнул? Надо же было как-то мне пройти. Ну-ка, блядь, еще раз матч реванш, някой. Если я сдохну, подберешь мою ВП, блядь, все. А я там сдохну, блядь, это невозможно, что подберешь. Все, тихо, тихо, нет, ты куда ты сделал? Блин, скрик, ну Анта, не вскарал, ты... Я сдохну, ты подберешь мой ган. Ладно, я понял, все, играй по тактике, все, все. Ну мы сидим у Б. Хватит, ты задолбал уже петь, а. Господи, ему 4 попадания сделал, Кару, на 80. Что-то он какой-то не весел. 80 попадал! 80 попаданий, ничего себе, выжил. 80 попаданий. А, кекс какая стоит, вообще так, ноль тактики. Просто. Че, стоим, контролем. Мы прикрываем точку. Да, своими телами. Смотри, они тактически играют, они перед друг другу передают вещи. Я просто забрал. Все это, отдай назад. Five seven. Ah. Nice. Ой. Вот долба. Чё за хуйня? Чё делать, блять? Дайте мне 5-7. Так, да, я верну дигласы. Боже мой. Какая проблема была передачи вещей? Пока.